Приветствую, ребята. Поступает постоянная просьба собрать звук киша в амплитуб. И вообще звук киша много кого интересует. Но там две мощные гитары, они играют параллельно. И поэтому на одной гитаре очень сложно воспроизвести этот звук. Придется собирать из двух усилителей. Я сегодня созрел это сделать. Время есть. У меня недавно лег компьютер мой основной, то есть легла материнка. Все по новой надо делать. А это я наладил старенький компьютер, установил программы, пока тот делают. И вот решил поработать. Была пауза небольшая. Поэтому всех приветствую. Давайте я вам покажу, как собирать. Первое мы вешаем педальки. Вот эта зеленая педалька нам нужна. Давайте ее повесим. Это оверскрим. Закрываем это. И берем эквалайзер синенький. На нем первую ручку убираем на эквалайзере сразу. Это чтобы снять цифровой призвук. Помягче гитара звучала. Эти ручки ставим на 12 часов по пятерочке. Ну примерно. Здесь 9. Я уже собирал этот звук, знаю, как его собирать. Берем двойную. Два усилителя. Вот вторая позиция сверху. Сплитер. И на нижний усилитель мы его поменяем. Сейчас пока верхний давайте соберем. Верхний усилитель это Брит 8000. Маршал 800. Здесь Presence ставим на семерку. 7. Бас пятерка middle пятерка, treble пятерка, ну примерно. Мастер остается по умолчанию 5 и 5. Прям поднимаем до 8. Такая настройка усилителя. Сюда вешаем эквалайзер. Вот этот. Вот сюда в разрыв помещаем эквалайзер. В разрыв выгоднее, чтобы импульс не перекружался. И до двух с половиной убираем. Ну, примерно два с половиной. Ну, вот так. Не за. Все. Сюда вешаем импульс. Идем сюда. Так, кабинет. Выбираем кабинет на самый верх. И вот он, Custom Air сюда его помещаем и выбираем вот этот импульс это Own Hammer 412 MR82 M75B 414 микрофон нулевые позиции здесь громкость добавляем ставим на минус 18 вольем и все, больше ничего не трогаем. Теперь идем к этому усилку. К нижнему. Меняем его. Ставим солдата. SLO100. Находим его. Вот он. Выбираем. Сюда же эквалайзер вешаем. Такой же. В разрыв. Убираем где-то до 6 он пониже. Так 6 минус 6 примерно. Усилитель нужно все ручки поставить на 5 примерно на 12 часов на 5 посерединочке в общем, все ручки примерно. Это нам не нужна ручка, но все равно на всякий случай поставим. И Presence тоже на 5. Вот эти переключатели все должны наверх быть. И Overdrive убираем до 3,5. Это мы регулируем громкость. И вешаем импульс. Импульсы с одного пакета нельзя вешать. Вообще разные должны быть. Из разных пакетов, из разных папок. Чтобы вообще по-разному звучало. И вот тогда будет панорама хорошо звучать. Так, вешаем импульс. Идем на самый верх. Выбираем вот, плеер импульсов. И здесь вешаем также on hammer low tunes 57 микрофон. Импульс. И эти импульсы будут лежать на моем бусте под таким же видео в свободном доступе. Можете зайти и скачать все себе. Ссылка будет под видео. И готовый пресет я положу туда же. Для тех, кто не любит собирать вручную и возиться с этим. Вот здесь нужно убрать громкость. Минус 25. Примерно. Чтобы вот тут выровнялись два этих, но не пиковали. Это все делается. После того, как мы все собрали, еще не будет стерео. Отдельно каждый канал еще звучать не будет. Для этого нужно зайти вот сюда микшерный пульт. И смотрите, кабинет номер один. Этот параметр мы уводим налево. Переходим в кабинет номер два. Этот параметр мы уводим направо. И вот эти импульсы, которые мы кинули, мы сейчас раскинули по панораме. Точно так же можно раскинуть и вот это. Это комната. И все, теперь у нас четкое стерео. Даже скажем дабл трек. Вот такой пресет. Пользуйтесь на здоровье. Всем удачи, творческих успехов.